КСК КФУ «Уник» состоялась премьера татарского спектакля «Без луны звезда нам светит» молодежного театра «Мизгель» Казанского университета. Смотрим. Спектакль поставлен по произведению известного татарского драматурга Туфана Минулина «Айбулмаса Йылдызбар». В центре сюжета героиня по имени Мадина. Ее судьба наполнена трудностями и испытаниями. Смерть близких, предательство любимого человека и одиночество. Но это история о том, что никогда нельзя сдаваться и мириться с судьбой. Главная героиня говорит с автором. Она говорит, что «я не буду вам подчиняться, я не буду плакать». Поэтому и автор спор начинается с того, что нет, я сделаю так, чтобы вы заплакали. Она не плачет. То есть все в этой жизни решаем мы. Что бы ни хотели извне нам дать что-то или наоборот уколоть нас, все зависит от нас, как мы это выдержим. Финал спектакля был встречен громкими овациями зрителей. Они отметили профессионализм актеров, несмотря на то, что те еще студенты. Я смотрела этот спектакль в разных постановках, также и в профессиональной сцене смотрела. И впечатление от этого, то, что мы вот сегодня увидели в постановке наших же студентов, абсолютно, скажем так, такой же, как и в профессиональной. К слову, в этом году молодежному театру «Мизгель» исполняется 25 лет. Каждую осень театр открывает двери для всех желающих попробовать себя в творчестве. Диана Жленкова, Ленардо Летьяров, Универньюз. We'll be right back.